Я всегда делаю так. Если не знаю, что приготовить на ужин своей семье, то просто смешиваю разные овощи с мясом, специями и кладу это в мультиварку, ставлю режим тушения, и получается новое блюдо. Конечно, нужно знать базовые сочетания продуктов, чтобы получилось вкусно. На этот раз все вышло даже очень вкусно, поэтому запишите, как приготовить цветную капусту со свининой в мультиварке. Свинина удачно сочетается с этим овощем, ранее такого не пробовала, а теперь буду иметь в виду. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Мясо помойте и уложите в чашу мультиварки с маслом, поставьте режим выпечка или жарка на 25 минут, периодически переворачивайте мясо. Капусту помойте, обсушите, разделите ее на соцветия, отправьте в мультиварку к мясу. Морковь почистите, помойте, натрите на крупной терке, добавьте ее в чашу, посолите, поперчите, перемешайте, готовьте до окончания режима. Потом почистите, помойте и нарежьте кубиками картофель, добавьте его в чашу и налейте водой. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Готовьте в режиме тушения в течение 1.5 часа. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Нам понадобится: свинина 400 грамм, цветная капуста 300 грамм, морковь 2 штуки, картофель 1 килограмм, вода 2 стакана, растительное масло 3 столовые ложки, лавровый лист 2 штуки, соль по вкусу, черный молотый перец по вкусу, количество порций 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Я рада гостям.